Уже 9-й раз на территории Березовского городского округа проходит областной финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КС Баскет». В этом году среди участников были команды из следующих городов: Екатеринбург, Сухой Лог, Каменск-Уральский, село Деево, Краснотуринск, Лесной и, конечно же, Березовский. Школьная баскетбольная лига организовалась в 2007 году для того, чтобы занимались баскетболом, начиная со школы. И большое количество детей было привлечено к этой замечательной, интересной игре. В этом чемпионате принимают участие 69 регионов по всей России, а это более 170 команд юных баскетболистов. Честь нашего города в этом году защищали спортсмены из второй школы. Они одержали победу на муниципальном этапе, и впервые за время проведения этих соревнований Березовская баскетбольная команда выступила в финале КС Баскет. Я считаю, что мы неплохо выступили, но все равно, если судить о том, что другие города более больше по численности, конечно, у них и в школах выбор лучше, поэтому можно выбрать. Вот мы столкнулись с такой проблемой, почему-то в каждой команде есть ребята высокие, 1,97 м, 1,95 м, а у нас самые высокие ребята 185-184. Вот это, конечно, проблемка. Это, я говорю, что это приоритет, видимо, больших городов, есть еще его выбрать. По итогам финальных игр березовская команда заняла 4-е место из 8. Сами спортсмены также отмечают, что выступили неплохо, но есть над чем поработать. Ну, мы ожидали, что соперники будут очень сложные, и поэтому бились до конца, но что-то не получилось, что-то не пошло где-то. Ну, мы с ребятами молодцы. Все равно 4-е место – это тоже место. Свою игру оцениваю, то, что нужно работать над защитой и над тактикой, и над бросками. Константин и Георгий учатся в одном классе и вместе ходят на ежедневные тренировки по баскетболу, на которых спортсмены отрабатывают броски, переходы и другие приемы, необходимые для качественной игры. Георгий занимается баскетболом 2 года, но уже так проникся этой игрой, что хочет связать с ней свою дальнейшую жизнь. Хочу тренером стать, потому что хочу связать свою жизнь с баскетболом, вырастить поколение баскетболистов хорошее, чтобы брали хорошие места. Участвуя в чемпионате школьной баскетбольной лиги КС Баскет, спортсмены встречают большое количество сильных противников. Во время игры с ними каждая команда набирается необходимого опыта и навыков, ведь при одинаковом наборе правил игры тактики у всех разные. Анна Сидорова, Павел Кадочников, Вадим Бочкарев. События. Век телевидения.